Сегодня по ходатайству следователя Следственного комитета 45-летний подозреваемый в убийстве своего 4-летнего сына избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу назначаются судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза в отношении фигурантки. Ранее сообщалось, что следователем Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105 и статьей 293 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, 31 октября 2023 года фигурантка, находясь в доме по месту жительства по улице Демьяна Бедного в городе Владивостоке, взяла нож и нанесла им множественные удары по телу своего спящего 4-летнего сына. Установлено, что женщина ранее состояла на учете у врача-психиатра, в связи с чем будет дана правовая оценка действиям либо бездействию медицинского работника при оказании психиатрической помощи.